Она писала, как отравить мед. Но там ни подписи, ни печати. Думаешь, этого будет достаточно? Надеюсь. Ладно. Я созвал совет ярлов по твоему требованию, Керис. Ты утверждаешь, будто знаешь, кто стоит за резнёй в Каэр-Трольде. Так говори, кто пролил реки крови сыновей и дочерей Скеллиге? Бирна Бран! Эта девка сошла с ума. Ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? Это ты приказала подать отравленный мед берсеркам. Что? Не я распоряжаюсь слугами в Каэр-Трольде. Пир устроил твой отец. Он приглашал гостей. Это верно. А есть доказательства в подтверждение твоих слов? Лучше. У меня есть свидетель. Арнвальд! Она говорит правду. Это Бирна велела отравить мед. А когда Керис и ведьмак зашли в подвал... Ты предал нас! Род, который тебя кормил! Люди! Это же слуга Анкрайтов. Он будет говорить, что ему прикажут. Даже если ему придется заплатить за это головой. Верно говоришь. Арнвальд служил в Каэр-Трольде, сколько я себя помню. Как верный пес. Я могу подтвердить слова Керис. Ты? Еще один Крайтов-прислужник? Могу представить, как Керис склонила тебя на свою сторону. А может, Крах просто заплатил, чтобы ты меня чернил? Что ты сказала? Тихо! После того, что я видел на Спикероге, я верю ведьмаку. Больше, чем тебе. Это твое право. Но это не доказывает моей вины. Есть еще одно доказательство. Вот письмо, в котором Бирна дала Арнвальду указание, как отравить мед. Каждый мог его написать. Здесь нет подписи. Но пергамент пропах твоими духами. Знаешь, у них ужасно сильный запах. До сих пор чувствуется. Это все твои доказательства, девочка? Это должно убедить всех, что я изменница? Не смеши меня. Бирна права, Керис. Этого недостаточно, чтобы доказать ее вину. Хьялмар тоже не представил ничего, что могло бы обелить имя вашей семьи. Остается одно. Кольгер, Лугас, пора покинуть этот проклятый замок. Нужно решить, какое наказание ждет род Анкрайтов. Вы совершаете большую ошибку. Молчи, бродяга! Стойте! Мама, ты сказала мне уйти перед пиром. Зачем? Сынок, не сейчас. Зачем ты это сделала? Откуда ты знала? Откуда? Молчишь. Вы не поверили Керис. Вы не поверили ведьмаку. Но сыну, который обвиняет родную мать, вы должны поверить. Эта резня — дело ее рук. Она опозорила себя, меня, весь клан. Сванриги, я сделала это для тебя. Только для тебя. Значит, ты признаешь свою вину? Как старший из ярлов, я возвращаю доброе имя роду Анкрайтов. А тебя, Бирна, приговариваю к смерти. Ты будешь прикована к скале. Умрешь от голода и жажды, а твои останки расклюют чайки.
Я знал, что Бирна стремилась к власти. Но чтобы пойти на такое... Что теперь будет со Сванриге? Он утратил дом, имя, честь. Его ждет изгнание. Или смерть. Ну да хватит об этом. Еще раз спасибо, Геральт. Еще раз не за что. Оставь уже скромность. В конце концов, ты на земле героев. И пусть этот подарок тебя об этом напоминает. А теперь я еду под Гиденейт на совет ярлов. Пора назвать короля. Как думаешь, на кого падет выбор? Поедешь со мной, сам все увидишь. На нашем совете может присутствовать каждый. Не откажусь. Тем более у меня есть свой фаворит. Я так и думал. Ну, пойдем. Я знаю, не все хотели видеть меня в короне. Я благодарю всех, кто был за меня. Здесь, под священным дубом, клянусь, что буду доброй королевой для всех. Я надеюсь, на Скеллиге воцарятся мир и достаток. И вы поможете мне исполнить эту мечту. Верис! 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 Прямо распирает от гордости. Ты не представляешь. Скажи мне, разве какой-нибудь ярл может похвастаться такими детьми? Жаль, только их мать этого не увидит. Керес будет хорошей королевой. Может, она наконец помирит кланы. Хорошо бы. А если нет, то у нее всегда есть я и Хьялма. Если будет нужда, мы поднимем за нее оружие. Поздравляю. Ты будешь хорошей королевой. Благодарю. Меня бы здесь не было, если бы не ты. Ну и какие планы у новой королевы Скеллиге? Слушать, учиться и еще раз слушать. А там посмотрим. Хороший план. Надо объединить планы. Я бы постаралась избежать войны, но если на нас действительно готовится напасть Нильфгард, придется дать ему отпор общими силами. Сговориться с людьми из Друмонда будет непросто. Я видел Лугаса на коронации, он был взбешен. И это еще мягко сказано. Наши роды всегда были в ссоре. Но я попытаюсь с ним поговорить. Я что-нибудь придумаю. Держу за тебя кулаки. Будь здорова. Как настроение? Так себе. В конце концов, меня же баба победила. Непростая баба. Это верно. Если уж бабе суждено было меня победить, хорошо, что ей оказалась Керес.
Признайся, ты же гордишься ей? Ну, хоть немного. Ну, немного, конечно, горжусь. В конце концов, мы одной крови. Только я сам... Видал. Наш... Счастью, мать природы не обделила меня голосом. И то, что других. Видишь ли, один из нас, Эйгер, вдруг онемел. Ни заклятия не помогают, ни эликсиры. Говорят, голос могут вернуть сильные чувства, переживания. Что я подумал, может быть, ты... Я, конечно, заплачу. Дам тебе отличнейшую карту для гвинта. Можно попробовать, но я даже не знаю, с чего начать. Давайте. Башку ты ему отрезал? Какая башка? Все о тебе говорят? Гравировка. Украшение. Расплавишь клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо рубить, а не красиво выглядеть. Хорошо. Что, опять мечи ковать? Интересуешься оружием? Здесь у каждого... Что у тебя есть на... Будь здоров. Интересуешься оружием? Что у тебя есть на про... Будь здоров. Завершил навеки путь его кровавый. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума,
самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие.